Здравствуйте! Добро пожаловать на канал Мыло Опт. И сегодня представляем вашему вниманию обзор флакона Apple. Любой аромат имеет свойство выветриваться и со временем утрачивать свои ароматические свойства. Потому выбор тары для парфюмированных косметических продуктов – дело серьезное. Те, кто разбирается в парфюмерии, прекрасно знают, что для хранения ароматических составов необходима стеклянная тара. Это касается и духов, и туалетной воды, и ароматизированных спреев для тела, и даже эфирных масел. Кроме этого, всегда так хочется, чтобы ароматические составы еще привлекательно выглядели. В ассортименте Мыло Опт вы найдете хороший выбор косметической тары для любых составов. От баночек для крема до прелестных фигурных бутылочек и флаконов под парфюмерию. У нас можно заказать как простые прозрачные флаконы с дозатором, так и фигурные флаконы с выбором формы, цвета стекла или металла, или даже пластика. В нашем ассортименте представлены не просто удобные разнообразные флаконы для парфюмерии. Многие из них могут быть использованы как подарочная тара и как тара, обеспечивающая товарный вид парфюмом, если вы изготавливаете духи, одеколоны или туалетную воду промышленным способом. Вот так выглядит данный флакончик Apple. Такой он фигурный. Легко открывается. Очень легко нажимается. Удобный спрей. Плотно закрывается. Спасибо, что посетили наш канал. Не забывайте подписываться, ставить лайки. До новых встреч!